Вообще шикарно, да. Надо только, наверное, будет его чуть-чуть туда как-то подвинуть. Сейчас посмотрим. Я бы его чуть-чуть туда продвинул потом. Посмотрим сейчас, как это будем Ну, делать. сейчас все будет Так. в стиле, ничего не Да. убивается. Ребят, единственное, что хорошо сделать, значит, вот есть такие Всем привет. таблички. У нас не было в Перископе целых 2 дня. Много-много работы. Сегодня мы приехали домой. И сегодня долгожданная доставка цветов из театра Марины Петровой. Смотрим, что у нас здесь есть. Вот такие вот вещи. Вы не поверите, но все это искусственные цветы, и они классные. Привет Калининграду, привет всем. Это Алина, это Марина. Они лично нам доставили цветы. И более того, мы не просто эти цветы купили, а мы отослали фотографии своей квартиры. И девочки нам полностью все подобрали под эту квартиру, сделали такие индивидуальные дизайны и привезли сюда. Так что, милости просим, смотрите и обращайтесь. Вот теперь так все преобразилось и стало красиво. Казани, привет. Питер на связи. Кривбас, Тюмень. Моя любимая шикарно. Вы просто не понимаете, что это все было с отсрочкой времени. Если проект «Фигура моей мечты» был отснят уже давно. Теперь у нас смотрится все вот так. Цветы реально красивые. Теперь у нас в ванной комнате все смотрится по-настоящему. Спасибо огромное. Хотели выйти, но так и не вышли в Перископ в ближайшие 2 дня. Привет с Херсона. Сок грудку варить 12-15 минут, больше не надо. Вот, собственно, все вот так вот. Теперь все преобразилось, и все прикольно. Цветы живые? Нет. Они не живые, но смотрятся они как живые. Привет с Ханты-Мансийска. Будут ли тайские каникулы, ребят? Это надо спросить у Дмитрия Колкова. Он у нас организатор этой прекрасной идеи. Я думаю, будут. Любишь ли футбол? Нет, футбол не смотрю. Но не то, что не люблю. Я просто не смотрю, нету времени. Вадику передать привет. Вадик, привет. Вот. Смотрится теперь все живенько. Осталось теперь в то место поставить огромный диван, и все будет шикарно. Хотим ли мы детей? Это предложение или вопрос? При росте 72, какой должен быть вес? Это на самом деле зависит от сложения. Вес не самое главное. Это наши новые хоромы. 2 комнаты у нас. А можно ли сладкое после тренировки? Смотря какая цель. Как насчет вольной борьбы? Вольная борьба классно. Я тоже занимался 4 года и был в сборной института когда-то. Вот. А как по цене? Как по цене? Как договоритесь? Привет из Крыма. А спасибо, счастлив за привет. Хорошо, Клев, не говорю тебе, когда реальная качалка с Невским. Вышел у Миши на канале сегодня, но это не то, что реальная качалка, это их определенный диалог. Соответственно, Миша хотел давно пообщаться уже лично с Александром, и они пообщались. Покажись, чем настоящие цветы не устраивают. Но если вы готовы нанять себе еще садовника, который будет приезжать к вам минимум 2 раза в неделю и выплачивать ему 1000 по 2,5, что составляет примерно 20 тысяч в месяц, то, конечно, тогда можно подумать и о настоящих цветах. А что я думаю об электрических тренировках? Я таких не слышу, честно говоря. У Коко Олимпийская деревня будет, тебя пригласили. Меня еще не пригласили, но у Коко, я думаю, все будет хорошо. Что насчет тренировки после большого перерыва? С круговых тренировок 2-3, а потом потихонечку уходить. От подводных охотников? Привет. Пригласят, как там после операции? Есть побочки? Нет, все шикарно, все очень хорошо, мы уже очень сильно тренируемся. Вы увидите следующую серию, которая выйдет на днях. Она уже загружена на канал и скоро будет доступна к просмотру. Как повысить продажи персональных тренировок? Пишите программы, общайтесь с людьми, помогайте им бесплатно, и некоторые люди захотят за это платить и деньги тоже. Так обычно бывает. Сестрик, привет. Саня, ты лысеешь? Не знаю. Наверное, освещение такое. Супруга меня вчера постригла. Может быть, она меня выбрила, чтобы на меня больше никто не смотрел. Так, что тут у нас? Шпак, ты супер. Спасибо большое. Вот, на самом деле мы вышли коротко. Не хочу отрывать девушек от того, чтобы с нами пообщаться. Еще раз показываю эту красоту. Она вся рукотворная и прослужит нам очень-очень долго. Вместо вот этих орхидей у нас не останутся маленькие-маленькие палочки, которые будут привязаны к жестяночкам, а будут все время радовать наш глаз. Все, привет с Челябинского. На Украину, возможно, приедем. У жены фамилия Шпак, у жены фамилия, как и у меня. Вот. Так что все. Всем спасибо. Всех были рады видеть. Мася, помахай ручкой. 7 литровых. Спасибо огромное. Вот так, теперь в нашем доме красота и уют. Так что всем милости, приходите и обращайтесь. Все, всем пока!